Ребят, всем привет! Стоят два моих Борюсика, становись между ними, быстро, загадывай желание, чтобы у вас... Так, вот оно! Так, чтобы у вас классно удалась ваша поездка. Я загадала желание, чтобы ты классно развлекся, круто провел время. Не это. Это ребята едут на детское, как это сказать, на встречу для маленьких деток до 7 лет. Да? Вот у нас один Борюсик до 7 лет. Они там будут что-то... Ага. Нормально. Вместе пройдите время. Попросила Борю, чтобы он поснимал, что там Борюсик будет делать. Так что папочка обязательно нам поснимал. Мне самой интересно. Ну что, это наша первая поездка на такое событие. И я думаю, зрителям будет тоже интересно, как вы круто проведете время. Угу. Во всем участвовать. Если будут поделки, сделать, маме показать. Хорошо? Все, давайте, хорошего вам пути. Мы почти приехали с Борюсиком. У нас такая погода сейчас, снег идет, на улице минус. Пока машина стоит, стекла теплые, растают, щетки примерзают. То есть щетки нормально работают, только поехал, все замерзло, щетки примерзли. Вот так, плохая видимость, и снег идет, и минус 11. Но мы почти уже приехали. Мы приехали самые первые. Это все мероприятие проходит в нашем зале церкви. Вот. А Боря знакомится с девочкой одной. Вот они уже тут общаются. Скоро все подъедут. И у нас будет мастер-класс сегодня по рисованию. Все. Боря. А не умею. Вы туда одни краски возьмете, ага? Я не умею это рисовать. А я печь. Борюсик, будешь рисовать кроша? Можно у них сегодня будет мастер-класс по рисованию. Говорят, папа, нужно помогать. Боря говорит, помогай мне. Да? Будем сейчас вместе рисовать. Мы Нюшу рисуем. Нюшу и Кроша. Давай, ставь точечки на пятачке. Аккуратно. Да, ставь. Раз, два. Вот молодец. Да. Смотри, что нам показывают. Видишь, вон ножки. Ножки видишь как? Вот смотри. Видишь ножки какие? Видишь? Давай рисуй такие же ножки. Какие вы все молодцы. Так. Как здорово. Получается, у нас не смотри, если непонятно, смотри еще раз. Да. Теперь мы рисуем клюши, ручки. Они тоже похожи на Вот красавчик. Ручки. Вторую ножку рисуем. Ручки. Мама, вот эту каску. Крышка. Да, разницы нет, они одинаковые. Так, теперь ручки. Смотри, как ручки нарисовали. Все рисуют. Папа, ты правильно рисуешь. Ну, ты молодец, смотри, ты сам все рисуешь. Я помог только глазки нарисовать. Все прекрасно. Рисуют по пыльцам. Слушай, как у тебя круто получается. Молодец, два пятюни. Вот так. Сейчас мы... Вот мы косичку нарисовали. Бантик нарисовали. Отлично. Так, а теперь у нас будет крош. Давай, рисуй. Сейчас тебе покажет. Круг, да, круг. Рисуй. О, какой будет крош. И глазки посередине, видишь? Да, давай, рисуй. Раз глазик. И второй глазик. Слушай, как классно у тебя получается. А ну-ка, ушки там нам показали. А ну пробуй давай синим. Ушки рисуй. Видишь, какие ушки? Посмотри сначала. Длинные, да, он же зайчик. Видишь, какие он ушки? Длинные ушки у Кроша. Крош длинный? А, Крош, это же вообще, да. Это кролик. Мне ножки нужно. А мы нарисовали свинью. Подожди, мы нарисовали свинью, это же кролик.
Крош, это кролик, а мы свинью. Давай, давай, Боря, давай второе ухо. А, Сань, мы вообще с тобой не туда пошли. Ну ничего, мы посмотрим мультик. Смотри, ручки и ножки, видишь какие? Что-то получилось не так, ничего страшного. У него были большие ноги, потому что он сильно любит прыгать. Да, и он натренировался у нас, кролик Крош. Смотри, как он тренировался. Да? Опа! Класс! И теперь ножки. А ручки, вот, а ручки просто ручки сами. Ну, как ты классно сделал. Да, а теперь вторую ножку. Это зубки. А, что-то у него такие маленькие ножки получились. Ну, понравилось? Классный рисунок. Я немножко помог там солнышко, траву подрисовать. Теперь ты куда идешь? Показывать, сдавать работу? Ну, давай, иди. Давай, давай, еще. Видишь, сколько много мест. Давай. Ой, молодец, Боря, солнышко нарисовал. Собралась чисто мужская компания посмотреть, что тут интересного есть в игрушках. Да, Борь? Ну а теперь после рисования вкусный стол, сладости, бутерброды, да? Красавчик, ты уже умял бутерброд? Еще будешь? Сейчас дадим. В общем, вот так у нас прошел этот детский праздник. Машину замело. Сейчас вот вышел, чтобы поставить ее на прогрев, потому что там уже все заканчивается. А раз заканчивается, то нам скоро нужно будет ехать. И чтобы не ждать сидеть, пока нагреется машина, то мы ее нагреем. Сейчас закрою, у меня два ключа с собой. Один в машине остается, получается, второй у меня с собой. Закончится все, придем, уже теплая будет машина нагрета. И поедем передавать нашу эстафету Танюше с Сашей. Потому что мы приедем, а они уедут на Сашину программу. Ну что, рассказывай, понравилось тебе? Да. Забрали мы с собой рисунок, маме покажем, правильно? Покажем? Да. Домой тогда? Да. Ну все, ребят, на этом наш такой маленький праздник закончен. Пока-пока. Всем до новых встреч.